Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. Жительница округа Ньютон в штате Джорджия, США, столкнулась с претензиями соседей к высоте забора ее участка. Ограда проходила по границе между частной собственностью с двух сторон и в какой-то момент стала доставлять неудобства. Соседи потребовали, чтобы женщина сократила высоту забора, но женщина вместе с уступкой отреагировала и актом весьма оригинальной мести. Строго говоря, требование соседей было законно, так как в округе Ньютон действует норматив, определяющий высоту забора. Участок Донны Йоп-Пол был огорожен конструкцией, высота которой превышала установленную величину. Причем до этого женщина просила сделать для нее исключение, и власти пошли ей навстречу. Но после заявления соседей ситуацию потребовали исправить. Донну это требование возмутило, поскольку она не видела никаких причин в уменьшении высоты забора, кроме самого желания соседей контролировать ее жизнь. Она была вынуждена обрезать забор по высоте, но этим ее ответная реакция не ограничилась. Донна обратилась к другому закону, в котором ей разрешалось красить забор в любой цвет со стороны соседей. Она решила использовать яркие неоновые цвета – желтый, красный, фиолетовый и так далее. Разноцветное оформление получила соседская сторона забора, что очевидно могло доставлять эстетический дискомфорт. При этом со своей стороны Донна оставила цвет прежним серым, который органично соответствовал фасаду ее дома. Один из соседей женщины, Дик Хопкинс, отметил, что она проявляет неуважение к людям, которые живут рядом с ней. Ведь все, кроме Донны, соблюдали правила организации ограждений, и только для нее было сделано исключение, когда она попросила возможности уединения. В свою очередь, Донна утверждает, что проблема не в установленных правилах для забора, а в том, что соседи хотят наблюдать за ее деятельностью на участке. А стал бы ты сокращать высоту забора? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.